Елена Волконская пока не верит своему счастью. Сегодня она получила ключи от заветной квартиры в новостройке. Скоро ее семья отпразднует новоселье, а пока осматривает собственную площадь и планирует, как расставить мебель. Елена выросла в приемной семье в Челновершинском районе, училась на повара-кондитера, а потом создала свою семью. Вместе с мужем Русланом они воспитывают двух детей. Раньше им приходилось ютиться в съемном жилье. Елена говорит, когда увидела квартиру, сразу в нее влюбилась. Все поменяется. Уже получается свой угол у меня будет. Только останется обустроить ее. Ну, я очень рада, что получила до Нового года. Вообще эмоции переполняют. Да. Мне все понравилось. Отделка, все, обои, все понравилось. Просторная квартира с качественным ремонтом, подключенной сантехникой и газовой плитой. Самарцам, оставшимся без попечения родителей, выдают квадратные метры в чистовой отделке. Сегодня ключи получили 30 человек. Дети такой категории не должны долго ожидать своего первого жилья. Поэтому в этом году 164 ребенка в городе Самаре получили жилье в новостройках с чистовой отделкой. И, как вы видели, и плита, и сантехническое оборудование, все установлено. То есть дети могут зайти, поставить кровать, стол, стулья и праздновать новоселье в новом благоустроенной жилье. Одной из первоочередных задач губернатор Самарской области Дмитрий Азаров называет поддержку детей, оставшихся без попечения родителей. С каждым годом все больше детей-сирот обзаводятся своим жильем. Очереди на получение квартир сокращаются. А тем, кто пока только ждет ключи от своей будущей квартиры, затраты на съемное жилье компенсируют по городской программе «Самара детям». Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.